Так, интересно, повторят. Леви, 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 леви! Вот я про что и говорил. В прошлый раз как было. Сальнямс, ребятушки. Мы приехали в Башкирию. В Нурлина, на Нурлина Трофи. Опоздали, пипец как намного. Я совсем забыл, что разница в 2 часа здесь и с Татарстаном. Тут уже гонки вовсю идут. Вон наши товарищи уже тусуются, видимо, откатались. Альтернатива, повесили свой флаг на самом видном месте. Сейчас быстренько одеваю свои сланцы-забродники и побежали снимать. Здорово, бандиты! Что, уже гонки кончились? Ни хрена. Уже вон на первое место идут. Да? Красавчики. Я верил в вас. Вот здесь вроде как интересное место. Тяжкое испытание для стандартов должно быть. Посмотрим. Чуть-чуть заносит. Стой! Сюда вообще переживают. Организаторы предусмотрели для стандартов сантраки. Наверное, туда сходим тоже, посмотрим поближе, как там все проходит. Так, Шневарик идет на второй круг, но похоже вперся. Что-то так бодренько шел. Вот для чего нужны сланцы-забродники, чтобы так вот ходить, где хочешь. Все, похоже, откатали. Колесо разбортировалось. Вон то. Айда, забирайте его. Похоже, эвакуация будет. Накачать они никак не смогут. На сколько стравился? Сейчас послушаем мнение самого главного эксперта. Пизда. Это пизда. Блин, погода вообще сегодня зачетная. Огонь, жара. Четко. Приближается очередной участник. Помс. Интересно, здесь штрафные очки за это дают. Не выберется он отсюда. Там уже вся резина как будто замыленная. Это мое неэкспертное мнение. О,
похоже, на понижайке пробует. Вот так засада. Казалось бы, тут все вроде спокойно проходили. Организаторы не выгнали, но я думаю, нас не выгонят. Здесь организаторы более лояльны к блогерам. Все, дело дошло до сантраков. Посмотрим, помогут ли. Финальный рывок. Сейчас главное не промахнуться. Маленько промахнулся. Один сантрак зацепил тоже. Да, тяжело ему тут. Очень тяжело. Штурман уже не знает, что ей делать. Так, вот сейчас дубль 2. Не промахнуться. Не промахнулся. И это помогло. Почти. А нет, скатился. Надо было выходить до конца. Давай справа, вперед. Нет, назад, назад, конь. Очень скользит резина, сильно замылилась. Тяжеловато на стандартной этой резине тут гонять. Давай, не останавливайся, главное не останавливаться. Нет, сносит его, катится. Нет, тут же по суше намного. Сейчас Неваль закипит, наверное. Они не любят так. Да убери долго. Вешку, да выезжай назад. Все, окончательно скатился. Все, у экипажа вышло время. Выгоняет с трассы. Штурман немножко приуныл, похоже. Столько мучился, да? Конечно, обидно, досадно. Они даже круг не проехали. Но на половине. Сейчас с антраками будет мучиться. Жизнь, боль. Это делает шоу, чувачок. Вообще отчаянный чувак. Он все ленточки, какие можно было убить, по-моему, сбил. О-о-о! Вот этот бодрячком идет. Просто по лайту катается, как на обычных покатушках. Чуть телефон не потерял. Он... Добрые люди есть. Вернули. Даже головастики участвуют. Тоже хотели проскочить так же, как прошлые участники.
но был такой удар. Зря камеру поздно включил. Это надо было слышать. Я напоминаю, что мы находимся на Нурлина Трофи, где идет первый этап, кольцевые гонки. А потом начнутся и ночные GPS-соревнования, GPS-ориентирования. Сегодня постараемся и там побывать. В том году не получилось. Надеюсь, в этом году найдем с кем покататься. А, буханочка. Головастик. Как ни странно, он сюда более-менее легко заходит. Ух ты, чуть не перевернулся. Так, интересно, повторят. Левее. Вот я про что и говорил. В прошлый раз как было. Теперь сами все видели. Но пофиг. Главное — победа. Ради победы на все готовы. Не варик. Так и грязевой душ можно принять неожиданно. Впрочем, нас грязевым душем не напугать. Блин, жарище пипец. Градус 35 на солнце, наверное, если не 40. Эти без сантраков решили не рисковать. Фух, и за водой-то идти далеко, неохота. Ладно, потерплю маленько. Нам не привыкать. Здесь любимая, наверное, полоса скоростная. Чтобы везде успеть, приходится бегать в такую жару, пипец, толстому, тяжело. Так что одно только это достойно лайка. Не жалейте лайков. Потешьте алгоритмы Ютуба. А, блин, вот это я вовремя отскочил. Похоже, немного поверили в свои силы и не рассчитали. Расшатываю его, расшатываю. Головастик смог. И мы сможем, подумали. Подумал этот экипаж. Но что-то пошло не так. Похоже, без эвакуации не обойтись. Да, спрячь его. Немножко поверили в себя. Да. И он просто угол и тот взял. Вот. Подумали, что мы на УАЗике, оказывается, нет, блин, а где-то не. Вот они, жертвы соревнований. Что, вода классная? Похоже. Вообще теплая, блин. Сразу грел, сразу дырилась. От УАЗа. Прям нагрелась. Давай! Водичка. Ах, тепленькая, но грязная. С шампунем бесполезно мыться. Этот экипаж сошел. Как вы уже знаете, эвакуация — это сход. Эти соревнования не исключение. А я, наверное, здесь и постою, чтобы как раз посмотреть,
как они тут прыгают. Я вроде спокойно прошел, без проблем. Посмотрим здесь, как будет. Самонадеянно или все-таки будут вытаскивать сантраки. Оп, нет. Решили не рисковать. Риск дело неблагородное сегодня, да? Штурмана лучше не отвлекать. Не любит это дело. Да? Не любит штурмана это дело? Не любит. Особенно когда советы дают, да? Да. Диванные эксперты особенно. Куда? На втором бы забрал. Давай. Как же, блядь, не наступить-то? Пиздец, он в машину теперь не залезть. А водичка сегодня теплая. Штурман сказал, водичка сегодня шикарная. Купаться можно, кстати, вообще. Да, на самом деле, ой-ой-ой-ой-ой. Пипец сланец. Застрял, порвался. Говнище, все, пипец сланцем. Одна машина. Можешь не поехать? В говно наступил, блин. Порвал. Вроде хорошо идет. Опа. Опасненько было. Ну и здесь сейчас без проблем пройдет, если не промахнется. Кончик! Все, давай, сейчас. Так, сейчас последний экипаж едет. И трассу для ТР-1 переделывают. Продолжаю наблюдать. Последний участник. Ага. Опасненько тоже. Газ полаз. Без проблем здесь. Интересно, с сантраками, нет? Походу так. Не останавливаюсь, нет, тоже не рискует. Риск сегодня дело неблагородное. А, лопатка будет там, лопатка. У тебя нет лопатки? Давай. А что вы, это последнее? Да. Все, давай. А я девушка пересекает. Интересно, против солнца что-нибудь видно, нет? Ого, как шпарит. Второй круг финальный. Пока будут трассу переделать, я буду тапок переделывать. Так не пойдет. Все как новое. Опа, двигаемся дальше.